Как сделать так, чтобы из каждого мальчика вырос настоящий мужчина, защитник Отечества? Конечно, заниматься военно-патриотической работой с самого раннего возраста. На одном из таких мероприятий, проводимых в 5-й школе города, побывали и мы. Нешуточные страсти разгорелись в спортивном зале 5-й школы Славянска на Кубани среди мальчишек, учащихся 4-х классов. На лавочках разместились самые верные болельщики, девочки-одноклассницы. Я хочу пожелать своей команде удачи и главное, чтобы они всегда никогда не боялись. Чему-чему, а страху здесь места не было. Пусть в эстафетах ребята бегали только с импровизированными гранатами и деревянными моделями автоматов, но было видно, что к делу они относятся с полной отдачей и ответственностью. Это делаем в целях развития в молодежи патриотизма, силы, ловкости, чтобы наше государство было сильным, чтобы наша молодежь в будущем могла спокойно защищать нашу Родину. Одним из лозунгов месячника военно-патриотической работы в этом году стал слоган «Святое дело Родине служить». Потому и все эстафеты соревнования были военизированы. Капитан команды 4-го А-класса Никита Анишко говорит, что спорт – это очень важно, но интереснее, когда он сочетается с военизированными элементами. Мне больше всего понравилось разбирать автоматы. А сегодня тебе что понравилось? Бег с автоматами. Эстафета, подтягивание и перетягивание каната – эти чисто мужские виды соревнований выявили победителей. Но главное, что каждый смог показать здесь свои способности, оценить силы и поставить новые горизонты для своего развития. Мария Горошкова, Георгий Калинин. Программа «События».